Итак, почти все уже пришло. Поэтому будем вскрывать и собирать тестер. Ну, вот так вот выглядит коробка. Компактные размеры, ссылка на нее будет в описании. Здесь коробка сделана довольно-таки хорошо. Плотно все прилегает и закрывается. Заранее подготовленная и покрашенная контактная группа, так, которая сюда, соответственно, не влазит. Ее нужно будет немножечко подточить, чтобы она влезла в крепеж. С этой стороны также. Ну, в общем, сейчас этим делом и займемся. Вот такие аккумуляторы у нас будут здесь. Так они не станут, но вот так вот довольно-таки симпатично будет переключатель, ну и зарядка, соответственно, стоять. Пока уже почти все пришло, не совсем, конечно, но тем не менее собирать можно начинать. Начнем с того, что здесь нужно будет подточить немножко довольно-таки и просверлить. Ну, в общем, поточил с двух краев и попытаемся вставить. Также это будет еще и упором. Ну, в принципе, неплохо. Так. Теперь это все нужно будет разметить. Сейчас посмотрим, что у нас тут выходит. До крышки у нас 6,5 миллиметров. Ну, довольно таки неплохо. Пойду теперь сверлить, размечать и сверлить саму коробочку. Остатки сверления. И теперь смотрим, как она входит. Так. Чуть-чуть промахнулся. Ничего страшного. Теперь приклеим это все дело. Контактную группу на всякий случай проклеим. Так. Теперь опускаем. Вот так будет нормально. Замечательный клей для монтажа.
заполняем все неровности. Жалко, что еще нет переключателя, но тем не менее вот так симпатичненько это все уже выглядит. А крышка у нас закроет или нет, неизвестно. Да не, крышка тут идеально. Затянется. Замечательно. Ну или соплеклеем можно прихватить аккумулятора сюда. Вот так это будет. Так, ну и теперь по поводу зарядки. Зарядник сделаем вот здесь. А ну-ка. Хотя, в принципе, можно сделать и с этой стороны зарядку. Гнездо для зарядки. Здесь у нас 3. Нет, 28 и 5. Сейчас разметим и сделаем. Так, у нас здесь будет зарядочка. И вот так будут лежать наши аккумуляторы. Вот здесь будет зарядочка. Будет симпатично. А переключатель мы уже поставим с этой стороны, либо с этой стороны, и потом будем все это дело коммутировать. Пока пропаяем выводы, и можно будет коммутировать. Ну и вот, значит, отверстие под переключатель на М6. Ну и пройдемся клеем, соприклеим. Здесь и вот здесь. Чтобы приклеить аккумуляторы. Вот так будут торчать аккумуляторы здесь. Здесь суперклей будет поддерживать гайку. Ну и распаяемся после того, как придет последний компонент. Микропереключатель двухполосный. Вот так вот он выглядит. И вот его ссылка. Все ссылки будут в описании, если кому-то вдруг пригодится собрать такой же тестер для своих нужд. В общем, как-то так. Ну, все, в принципе, скоммутировали. Не совсем, конечно, ровненько стало. За счет выпуклости вот этой вот. Ну, ничего. Будем закрывать. Так. Приборчик наш уже готов. И дальше будут испытания. Нужен он будет для облегчения, если куда-то вдруг поехал на выезд. Там, возможно, нет света, возможно, на месте проверить привод получится.
для таких мелких организационных работ, чтобы можно было безо всяких усилий сложить в рюкзак его, ну, в смысле сложить привод, либо же проверить контрольные точки, концевики как отрабатывают. Схема простецкая, но когда с аккумулятора просто берешь два провода, подаешь, то есть вероятность того, что что-то замкнет и может сгореть плата. Управление в самом приводе. Все, перейдем сейчас к испытаниям. Такой маленький, компактный, как кредитная карточка, получился блочок. Ну и, собственно, сама проверка. Вот привод, вот прибор для такого типа у нас. Вот он поехал, вот заезжает, сработал концевик. Ну и для второго типа другой разъем, такой вот приблуду буду с собой таскать на диагностику, на проверки. Вообще нужная вещь.